Здравствуйте! Это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Екатерина Белькова. Я актриса Русского драматического театра имени Бестужева. Сейчас расскажу, что вас ждет за окном в пятницу 17 мая. Как сообщает гидрометеоцентр, по северным районам малооблачно. Внимание! Днем ожидается существенное похолодание до плюс 6 градусов, ночью минус 1. Ветер усилится, его максимальная скорость 14 метров в секунду. Будьте осторожны. В южных районах после одного жаркого дня ожидается облачная погода и дождь. Днем похолодает до плюс 16, ночью плюс 7. Ветер по-прежнему сильный, его максимальная скорость 13 метров в секунду. Зато в западной части Бурятии солнечно. Днем плюс 13, ночью похолодает до минус 1 градуса. Порывы ветра 8 метров в секунду. В Улан-Удэ также похолодает. Днем температура воздуха опустится до плюс 15, ночью по-прежнему плюс 7. Скорость ветра 12 метров в секунду. На этом я с вами прощаюсь и жду вас в гости. Ведь самое главное событие в театре – это встреча с вами. Меня зовут Екатерина Белькова. Еще увидимся! Снижен иммунитет, сахарный диабет, аллергия, системные заболевания, проблемы с кожей или с женским здоровьем. Может помочь плазмаферез. Процедура очищения поправит здоровье и приостановит старение. Процедура доступна в Улан-Удэ. Намина – единственная в Сибири и Дальнем Востоке лицензированная клиника плазмафереза. Ранжурова 1, запись по телефону 56 10 10. Очищение крови, сохранение молодости и здоровья. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Возрастное ограничение 12+.